31 декабря на центральной площади имени Батыр-Мурзаева состоялось мероприятие в рамках новогодней елки, состоящее из красочного концерта детских творческих коллективов города, выступлений танцевальных ансамблей, и все это в сопровождении сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки. Торжество, на которое собрались сотни горожан с детьми, поздравительной речью открыл первый заместитель главы администрации Батыр Ахмедов, который поприветствовал всех от имени главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова. Добрый день нашим детишкам, ради которых мы сегодня пытаемся сделать праздник. Сегодня вот проходит последний день этого года. Я от имени главы города Хасавюрт Акмазова Зайнудина Владимировича вас всех приветствую. Желаю всем здоровья. В новом году всех вам благ, все мечты, чтобы ваши сбылись. В вашем лице поздравляю вас, родных, близких. Вам удачи. Городу Хасавюрту процветание. Далее были вручены дипломы победителям и призерам новогоднего конкурса на лучшее тематическое оформление фасадов зданий города среди различных учреждений. Муниципальное образование городской округ город Хасавюрт. За активное участие в конкурсе на лучшее оформление новогодний Хасавюрт награждается директор развлекательного комплекса «Фэмили» Абдулсаламова Тамангыз Пашаевна, номинации «Лучшее оформление организации в сфере потребительских услуг». Глава городского округа город Хасавюрт Зайнудин Акмазов. Ура, аплодисменты! Хлопаем, ребята, хлопаем! Также для присутствующих выступили артисты Дворца культуры «Спартак», Городского центра культуры и хореографического ансамбля «Эхо гор». На протяжении всего торжества развлекательная программа сопровождалась различными увлекательными конкурсами и танцами аниматоров. Кроме того, на площади была организована новогодняя ярмарка. Курбан Гирейханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».